Добро пожаловать на «Расцвет пробуждения». Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Оставайтесь с нами до самого конца. Вас ждет продолжение проповеди о Ладикийской церкви. Я считаю, что Бог призывает церковь подняться в эту пору. Для этого нам нужно быть полными Святого Духа, и чтобы в наших светильниках было масло. Иисус возвращается, и мы должны быть готовы. Библия говорит, что Иисус придет, как вор ночи. Будете ли вы готовы к Его приходу? Это послание должно побудить вас преображаться в образ Христа. В нем также есть обличение. Но обличение от Бога подталкивает нас к изменениям. Поэтому, слушая это послание, принимайте каждое слово прямо в сердце. Оно было записано во время прямого эфира на Фейсбуке и в Ютубе. Вы можете подписаться на наш YouTube-канал, и тогда вы будете получать оповещение, когда мы будем в прямом эфире. Вы также можете лайкнуть нашу страницу в Фейсбуке. Там мы со вторника по пятницу проводим прямые эфиры. Такое благословение имеет связь со всем миром. Оставайтесь с нами до самого конца, пожалуйста. В конце вас ждет молитва, и Бог обильно благословит вас. Если вам нужна молитва, то обязательно свяжитесь с нами. Присылайте нам свои молитвенные просьбы. Мы любим молиться за людей и поддерживать с ними связь. Мы очень любим вас. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к проповеди. Вас ожидает сильное и своевременное слово от Господа. Обязательно досмотрите эту программу до самого конца, потому что у Бога есть для вас особое благословение. Ну а теперь давайте смотреть, что же приготовил нам Господь. Вы дадите отчет за все, что Бог доверил вам. Помните притчу о талантах, которую рассказал Иисус? Вы дадите отчет за то, как вы поступили с даром спасения от Господа нашего Иисуса Христа. Вы ведь знали. Что единственный грех, за который люди попадают в ад, это отказ от Иисуса и непринятие Его как их Спасителя. Как только вы принимаете Христа и Его жертву на кресте, все остальные грехи прощены вам целиком и полностью. Иисус обратился к Ладикийской церкви с очень серьезными словами. Интересно, что в Откровении, 3 главе 20 стихе, сказано, многие люди используют эти слова для евангелизации. Я понимаю, что их можно применять и так. Иисус сказал, «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Многие люди используют это место для евангелизации. Но на самом деле Иисус обращался к церкви в Ладикии. Он говорил это не миру, а к церкви. Он сказал, послушай, церковь, вы проводите собрания, но меня на них нет. Откройте двери. Я стою у дверей и стучу, а вы слишком заняты проведением своих собраний. Откровение 3 глава 20 стих. Написано не для мира. А для церкви. О, как же это сильно! Это было послание к церкви. Итак, речь о том, что Иисус стоит снаружи и стучит.
Он стучит в дверь. Если вы услышите мой голос и откроете дверь, я войду и буду вечерить с вами, а вы со мною. Стук в дверь означает, что Он дает нам шанс. Он дает людям шанс покаяться и открыть для Него дверь. Если говорить о последнем времени, то знаете, что сейчас происходит? Бог стучится в двери всех церквей, чтобы они привели себя в порядок. Я говорю обо всех, и о себе в том числе. Я говорю о вас. Нам нужно заглянуть внутрь себя и спросить себя, нужно ли мне измениться? Есть ли в моей жизни то, что не согласуется с Богом или не угождает Ему? Дух Святой, исследуй мое сердце, измени меня, исцели меня. Я хочу гореть для Бога так, как никогда. Я хочу, чтобы мое сердце горело. Я не хочу быть таким, как Лаодикийская церковь. Лаодикийская церковь жила в самообмане. Они думали, что у них все в порядке. Они думали, что у них все хорошо, и они ни в чем не нуждаются. Но по словам самого Иисуса, они были нищими, слепыми и обнаженными, а еще и несчастными. Так о них отзывался Иисус. В моей Библии эти слова написаны красными буквами. Бог дает церкви, всем нам, возможность измениться, покаяться и повернуть в правильном направлении. Пока еще есть время. Библия говорит, ищите Господа, пока Его еще можно найти. Ищите Господа. Пока Его еще можно найти. Потому что, как говорит Писание, наступят такие времена, когда найти Господа будет очень и очень сложно. Я верю, что сегодня у вас есть возможность вернуться к Господу. Я хочу предоставить вам шанс помолиться вместе со мной. Вначале я буду молиться сам, а потом я покажу вам видео свидетельства. Он наверняка у нас получится показать вам свидетельство, но не сейчас, а чуть позже. Вначале я хотел бы помолиться с теми, кто хочет принять Христа. Или вернуться к Господу. Сегодня меня смотрят люди. Я не спрашиваю, из какой вы церкви или деноминации. Я хочу спросить лишь одно. Если сегодня Иисус вернется, чтобы забрать церковь, скажите, вы к этому готовы? Или же, если бы вы... умерли сегодня, то где бы вы провели свою вечность? Где бы вы провели вечность? Вы на все 100%, без тени сомнения, уверены, что пойдете на небо к Иисусу Христу? Уверены в этом? Если же вы
не уверены в этом, то я хочу сказать, что вам нужна эта уверенность. Вы можете получить эту уверенность, если придете ко Христу. Возможно, вы уже принимали Христа, но вы не живете для Него. Сейчас самое время вернуться к Иисусу. Сегодня ваш день. Это не случайность, что вы смотрите сейчас этот прямой эфир. Поэтому давайте все вместе произнесем одну молитву. Скажите: «Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий день. Спасибо за то, что Ты пролил Свою кровь за меня. Спасибо. Я исповедую. Иисус, Ты мой Господь и мой Спаситель. Я буду вечно служить Тебе. Если вы молились от всего сердца, то напишите мне об этом. Сообщите нам об этом, как вам будет удобно, через Facebook или Instagram. Мы также будем рады помолиться за вас. Пока я говорил, мы получили несколько молитвенных просьб. Чуть позже мы вернемся к ним. Аллилуйя. Давайте попробуем запустить видео свидетельство. Это короткое видео. Я показывал его вчера, но я хочу показать и сегодня для тех, кто еще не видел. Всем привет! Я хотел бы поделиться своим свидетельством. На прошлой неделе я смотрела «Расцвет пробуждения», и у меня очень коснулось послание о скором возвращении Христа. И в конце было слово «знание» о том, что кому-то нужно исцеление от респираторного заболевания и от проблем с ногами. Мне нужно было и одно, и второе. И когда Гермес молился, я почувствовала, что Дух Божий вошел в мое тело. Я почувствовала необыкновенную легкость в легких, а также прохладу в коленных чашечках. Я смогла разгибать колени без хруста и треска. После этого я смогла прогуляться и дышать глубоко. Это такое благословение, это удивительно. Спасибо Иисусу за исцеление, за использование этого служения. Слава Богу! Убедитесь, что видео уже не в эфире. Хорошо. Господь двигается. Слава Ему. Я получил еще несколько историй. Если вы получили исцеление, освобождение или какое-то чудо во время нашей программы, то, пожалуйста, напишите нам и сообщите об этом. Можете даже записать видео на телефон. Если вы пережили прикосновение от Бога, исцеление, освобождение, благословение, то мы хотели бы об этом узнать. Я получаю сообщения в Фейсбуке, в WhatsApp, в Инстаграме. Некоторые люди просто стесняются записать видео.
Но если вы были исцелены или освобождены, то пришлите нам свое видео, потому что людям очень важно слышать подобные свидетельства. Я могу поделиться с вами свидетельствами, которые я получил из Израиля. Я расскажу об этом завтра. Это письма от людей, которые имеют задокументированные чудеса. Мы были в Иерусалиме, а они смотрели нас из других стран. Это было не у нас в студии, а в студии телеканала ТБН Россия. И у меня есть письма от людей, которые смотрели нас и получили исцеление. Затем они отправились к врачу и получили справку, что они исцелены. Поэтому я хочу помолиться за вас. Если у вас трудности и вам нужно подкрепление вашей веры, то я хочу помолиться за вас. Я хочу благословить вас. Если вам нужно прикосновение Бога, то просто напишите нам. А сейчас пришло время молитвенных просьб. Я увидел некоторые просьбы, пока проповедовал. Но я не мог тогда остановиться. А сейчас самое время. Поэтому пишите свои просьбы прямо сейчас. Аминь. А пока мы помолимся за головную боль и боль в желудке, то есть против них. Присылайте свои просьбы. Не стесняйтесь. Сейчас время молитвы за все, что вам нужно. Попросите Бога. Исцелить мои ступни. Аминь, мы помолимся. Об исцелении ваших ступней во имя Иисуса. Пэт просит помолиться за его бабушку и прабабушку. Вы можете прямо сейчас прислать нам свою нужду. Если вам нужно прикосновение от Бога в любой сфере жизни, то просто напишите нам сообщение, и мы согласимся с вами. Благоволение, обеспечение и свобода. О, я вспомнил еще одно свидетельство. Расскажу его, пока вы пишете свои просьбы. Несколько лет назад я был в Бразилии, там была большая церковь, в ней были тысячи людей. Я сказал, если вы больны, выходите вперед. И там была одна женщина, у которой был тяжелый случай с камнями в почках. Она стояла сзади и не могла выйти вперед, потому что там было очень много людей. Поэтому она просто положила руку на почки и сказала, «Господь, я верю, что сейчас я буду исцелена». И когда я высвободил слово от Бога об исцелении, она почувствовала огонь в почках. Где-то через 2 недели она написала мне, что избавилась от камней. Она пошла к доктору, прошла исследование и получила заключение. У нее есть справка как до, так и после. И она отправила мне документ, в котором говорилось, что она полностью здорова и больше не нуждается в операции. Эти документы до сих пор у меня. Поэтому, когда я говорю об исцелении, то говорю не о том, что якобы работает. Я говорю о том, что я видел собственными глазами.
Я собственными глазами видел. Как слепые видят, глухие слышат, а хромые ходят. Это не моя выдумка, а то, что точно работает. Слово Божие имеет власть давать людям свободу, даже онлайн. И сегодня ваш день. Просто держите свой телефон, и вы примете силу Божью во имя Иисуса Христа. Кто-то просит помолиться, и сейчас я прочитаю вам эту просьбу. Давайте посмотрим. Так, минутку. Помолиться о спасении и освобождении мужа. Да, мы помолимся. Мы помолимся прямо сейчас. Давайте посмотрим. Может, есть какие-то просьбы на нашем канале в YouTube. Посмотрим. Просят помолиться об освобождении и спасении. Да, мы помолимся об этом. Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Будьте готовы принимать. Возьмите свой телефон вот так. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся за тех людей, которые просят об освобождении, спасении и исцелении своих родных и близких. Прямо сейчас мы высвобождаем Слово от Господа. Сила Божия входит в ваши тела. Отец, во имя Иисуса, мы провозглашаем, что ранами Иисуса Христа мы исцелены. Пусть каждый человек переживет твое прикосновение. Некоторые люди прямо сейчас чувствуют огонь Божий в своих телах. Это течет помазание исцеления. Просто принимайте его. Принимайте прямо сейчас. Будьте исцелены. Будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте исцелены. Будьте свободны. Я приказываю боли оставить ваше тело. Я приказываю болезни и немощи уйти. Я приказываю вашим стопам быть здоровыми во имя Иисуса. Принимайте свое чудо. Принимайте силу Божию и огонь Святого Духа. Вы смотрите нас сейчас, и я вижу, что ваша вера ослабела. А вы позволили турбулентности этого мира ослабить вашу веру. Но я вижу, что сейчас Дух Святой прикасается к вам. Я вижу, как Дух Святой движется, и река Божия приходит в ваш дом. Вы оживаете. Пламя. Пламя Божьей любви сейчас на вас. Во имя Иисуса Христа. Принимайте это. Восстановление. Принимайте. Исцеление. Принимайте. Сейчас. Я это чувствую. Это происходит. Прорыв. Прорыв. В вашем доме. В вашей семье. Отец, я провозглашаю освобождение детей. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Я чувствую, что это происходит прямо сейчас. Прорыв происходит прямо сейчас. Аллилуйя. Просьба об исцелении от Альцгеймера. Господь, во имя Иисуса, прикоснись к этому человеку. Исцеление от Альцгеймера. Мы благословляем этого человека во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо за Твою силу и Твое помазание. Скажите, а кто из вас чувствует себя в помазании Божьем? Проверьте себя.
если у вас была боль в руках, в ногах или в спине, то проверьте ее. Проверьте прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь, за Твою силу и за помазание. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Слава Богу за это послание. Господь обличил этим посланием и меня. Я верю, что Он убирает теплоту или холод, или безразличие к Богу и к Его проявлениям. Я верю, что Он призывает Церковь к более глубокому посвящению и освящению. Я знаю, что Бог касается вашей жизни, и хочу еще раз сказать вам, поддерживайте с нами связь в соцсетях. Подпишитесь на наш YouTube-канал, потому что так вы сможете узнавать обо всех наших новых видео, а также о том, когда мы в прямом эфире. Вы даже сможете участвовать в наших прямых трансляциях. А еще вы сможете комментировать и присылать свои молитвенные просьбы прямо в прямой эфир. Пройдите по ссылке, которую видите на экране. Просто зайдите на сайт YouTube и введите Revival Explosion. Зайдите, подпишитесь на наш канал, а также нажмите на колокольчик. Так вы сможете получать оповещения всякий раз, когда мы будем в прямом эфире. А также найдите страничку нашего служения на Фейсбуке и нажмите «Нравится». И здесь вы тоже будете получать уведомления, когда мы в прямом эфире. Еще мы есть в Инстаграме. Я перечисляю все соцсети, в которых мы есть, чтобы вы всегда были с нами на связи, потому что мы каждый день молимся за людей, проповедуем Евангелие и общаемся с людьми. Поэтому будьте с нами на связи. Где бы вы ни жили, вы можете присоединиться к нам, и это благословит вашу жизнь. А я надеюсь, эта программа благословила вас, и вы не пропустите следующий наш выпуск. Мы очень любим вас и постоянно молимся за вас. Пусть Бог обильно благословит вас, и до новых встреч в эфире. Всего хорошего.